Il dolore della musica, sia il suono del pianoforte,
Это все случилось, какими печально. Три года ты не снилась, но встретилась вчера. Ласка и любви, и надежды ласка.
Обычно женщины. Вообще, мы к вам сюда прилетели. У нас-то зима еще. Ну, в Москве вчера вот выступали. Холодно там. Вот, а сюда прилетели, это прям так тепло-тепло. Знаете, а есть песни вообще? Ну, в советском репертуаре довольно-таки много. Но есть песни, которые вообще, неважно какая погода за окном, они создают весеннее настроение. Следующая песня именно такая. «Весна на Заречной улице». Черт!
танцплощадке под снежком снится ты как будто позабыл я про все. Только черт заводит слово колесо. Продолжите.
сцене взаимосвязаны. Постараюсь сейчас объяснить. Чем быстрее вы хлопаете в припеве, тем быстрее мы поем. Что? Попробуем? Я сказал про припев. Давайте мужчине дадим спеть в куплет. Смуглянка, подаванка, на пинке в лес ушла, помоги мне ее убить, что сама не позвала. Смуглянке, молдаванке. Еще один звонок, и уезжай.
Thank you.
большое. Вообще, ну, действительно очень приятно чувствовать такой теплый прием. Тем более, мы вас не поздравляем. У артистов есть небольшое преимущество. Мы можем, пользуясь своим служебным положением, поздравлять женщин с 8 марта немного раньше. И сегодня мы хотели вас поздравить, дорогие наши женщины, с наступающим праздником. Я думаю, что слова любви, на самом деле, нужно говорить каждый день. Мы с вами буквально всегда так делаем. Друг другу. Друг другу. Настоящая песня не для вас. Как ты красива сегодня. Yeah.